Приветствую вас, друзья, с вами снова Синич и Римас, и мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved. Привет, ребят. Ну что ж, ребят, вышло новое обновление. Синич, что там с обновлением? А что, какие изменения? Ну-ка, давай, расскажи. Да, ну, самое главное, это добавили одну очень крутую постройку и одного динозаврика. Добавили динозавра, зовут его Компин. Компин. И что он делает, для чего он? Короче, это маленький динозаврик типа Дила. Ну, наподобие. Mm-hmm. Он кусается, не плюется, просто чисто кусается, но он мирно относится к людям, и он как дельфины интересуется ими, то есть подбегает и начинает вокруг тебя бегать. И он не нападает. Но он издает звук, который призывает в довольно большом радиусе еще таких же динозавров. И когда их набирается стайка, у них поведение меняется на агрессивное, и они могут на тебя напасть. То есть, короче, там, да, копейку дай, да, там толпой, короче, они начинают. Да. Присядь на картах, это, пообщаемся, да, там, мелочи есть, а если найду, да? Да. Так, ну что ж, ребят, давайте в этой серии я вам покажу свою базу именно в зимнем биоме. Помните, мы как с Синичем начинали? Так вот, сейчас Синич прилетит. Я тоже потихонечку сейчас до базы долечу, сейчас стамину восстановим. И покажу, какая теперь у нас база стала. Я долгое время вам ее не показывал, так как я занимался строительством, ну, добычей металла там и так далее. То есть я там построил лифт. База у нас полностью железная, укрепленная, со всякими пушками. Кстати, по поводу построек, в обновлении вышла вот такая вот штука. Пушка на 85-м, на 90-м уровне. Теперь, во-первых, персонаж может прокачиваться до 90-го уровня. Это раз. Во-вторых, плюс 3 ливел может прокачиваться ваш питомец, ну, я имею в виду ваше животное. Птер, там, динозавр, не имеет значения, да, вроде бы, Сенич? Ну, вообще, если, да, любое животное, вообще, я так понимаю, они, официальные сервера, у них есть рейды, сложность, грубо говоря. И изначально сложность была X1, и максимальный левел динозавров был там что-то в районе 40-го. Ну, максимальный дикий динозавр. Там, когда приручаешь, он больше рос. Сейчас, вот я так полагаю, раз они давали плюс 3 левела, то есть, а рейды сейчас, по-моему, стоят на официальных серверах 104. Мамонта, блин, убил. Так, ну что ж. Вот она, ребята, вот она наша база. Огромный бегемот гейт стоит, железный. Смотрите, и вот, если вот так вот... Короче, подлет к нему вообще невозможен. Везде стоят пушки. То есть это у нас жесткое укрепление. И внутри стоит маленький загончик. То есть там я уже поставил водопровод, поставил кормушку, где наша Симочка кушает, да, там и наши волки. Кстати, твой волк, Синич, на основной базе, если что. Я его туда как-то оттащил, помню. Ну, если ты будешь его искать. А тут кицаль летает, красавец такой. Какой уровень? Сейчас ну, скажу. Надо быть. Нам кицаль еще нужен. У нас хотя уже два кицаля есть. 64-й. Ну, неплохой. Слушай, нормально такой уровень, да. Хороший. Поставил сюда сейф. Правда, он еще у нас пустой. Я сюда буду всякие штучки ставить. Вот здесь вот сейф я буду полностью ограждать. Но и самое главное, друзья, посмотрите на этот лифт. Правда, он чуть-чуть забагован. Ну, это же арк. Текстурки туда-сюда. Вот так вот дело это выглядит. Вот смотрите, видите, как спускается. Лифт тоже, то есть он определенное количество веса поднимает. Так, вот так вот. То есть это у нас первый этаж. Потом идет второй этаж. На втором этаже тут всякие производственные штучки у нас стоят. То есть у нас здесь стоит фабрикатор, стоит смайти. Ну, кондиционеры везде поставил. Здесь можно, в принципе, и покушать. Это у нас гриль. Поджигаешь его и кушаешь. Здесь у нас генераторная. Ну, ящики, шмящики, холодильники. Здесь я, кстати, этот мясо вялю. Уже у нас вяленого мяса, кстати, много. Есть что... А твой огородик остался? Огородик я еще не это. Я начал его делать, но я еще не завершил. Там надо грядки еще осталось сделать. По поводу огорода. Вот, ребята, вот здесь у нас будет огородик. Здесь мы будем с вами наркоту выращивать, короче, туда-сюда. Я вот, видите, уже водопровод сделал нормально, везде вода. Короче, все, что нужно. Осталось только грядки поставить и навоз. Навоз мы, наверное, в первом этаже поставим. Так будем этот добывать, наш колхоз добывать навоз, да? Да. Вот, это у нас третий этаж получается. Это у нас четвертый этаж. Последний этаж, здесь у нас тоже я еще не достроил. То есть здесь мы принимаем важные решения с Синичем. Кого будем шатать сегодня, например, завтра кого будем шатать. Здесь у нас идет возле нашего дома.
Да. Недалеко. Очень красивый белый мамонт 104 уровня. Блин, ну Сень, ну что ты, сейчас опять пойдем томить-то его. Ты же сам знаешь, я же не могу удержать. Я же мамонтов обожаю просто. Я специально сказал. Так, ну, в общем, ребята, вот да, здесь мы еще, я не знаю, что здесь можно построить. Напишите в комментариях, что можем здесь, что можем здесь еще поставить. То есть у нас пустое помещение, то здесь у нас будет администрация нашего трайба. Кстати, по поводу администрации, в новом обновлении теперь можно каким-то образом смотреть логи. Например, вы когда спали, там приходите в игру и смотрите логи, кто кого слил, кто кого убил. Я имею в виду, ну, связано с вашими сотрайбовцами. То есть все эти действия можно уже за этим следить. Только как, понять не имею. Надо потом погуглить, посмотреть. Написано, что можно смотреть логи администратора сервера и администратора трайба. То есть не только лидера трайба, но и всех от трайба. Ну, например, я тебя выбрал. Set tribe governments. Что здесь получается? Ну, это, в принципе, понятно. Ну ладно, потом как-нибудь разберемся. Может быть, еще, не знаю, может быть, наш сервак не полностью обновился. Ты, вроде, а я, кстати, вроде знаю, что построить можно. Что нужно? Построить? На последнем этаже. О чем мы не сказали. Добавили же очень важное строение, ракетные турели. А, не, ракетные турели мы на крышу поставим обязательно, но это на 90 уровне. Да. Это, ребята, да, нам надо, вот в 85 уровне, смотри, какая-то турель у нас появилась. И на 90 уровне ракетные турели, они вроде бы против кицалей всяких вот таких вот, не знаю. А что это спускается? А ты поднимаешься, да? Да, это я поднимаюсь. Я чуть не упал. Вот посмотри, Синич. На последнем этаже, что здесь можно поставить? Ребята, напишите, кстати, в комментариях, как я уже просил. Может быть, у вас какая-то идейка есть, что здесь можно поставить. Стол, стулья, это обязательно я поставлю. Стола нет вроде бы, да, есть лавочки и стулья. Ну, смотри, у нас тут карта боевых действий. Угу. Правда, она не, она вообще ни о чем, она еще не доработана. Ну да, ну, она есть. Тут должна быть совещательная комната. То есть тут надо большой стол. Нужны стулья, нужны какие-то, не знаю, там, лавочки какие-нибудь по краям поставить, что-нибудь такое. Можно что, знамя. Дверь не закрыл, да, внизу? Почему закрыл? Ага. Я через гейт зашел. Кстати, тюрьму надо поставить. Как думаешь? Тюрьма должна быть отдельно. Кажется. Отдельно, да? Чтобы они не слышали, о чем мы здесь пробушляем, да? Конечно, конечно, да. То есть она должна быть недалеко от базы, но отдельно, и там... какие-нибудь колючки поставить, забор. И рядом Симрекса поставить, да? И обязательно сторожевые вышки. Да, кстати, да. Кстати, хорошая идея, да. И в холоде, ну нет, надо все-таки отопление сделать, чтобы он там не умер. Я даже уже знаю. И рядом надо наркоты много поставить, и еды, чтобы он не умирал. Я уже знаю, как построить. Как? Что построить? Вышки, как красиво сделать вышки. Кстати, давайте этот на крышу поднимемся, ребят, посмотрим, как это дело выглядит. Вот так, кстати, да, я окна поставил, можно наблюдать за этой красотой. Смотрите, ребята, какая красота. Наши пушки следят, смотрят. Кстати, они стреляли, я недавно смотрел, там патроны уже этот потраченные. То есть кто-то уже пытался сюда прилететь, посмотреть. Ну что ж, мы всегда рады гостям. Да. Ну что, пойдем-то на разведочку посмотрим, пошатаем кого-нибудь. Пошли. Есть такое желание? Конечно, конечно. Тебя птера нет, да, вроде бы? Я сейчас упаду. Не, у меня летающего вообще ничего нет. Ну, что, тогда аргентависа возьми. Блин, тебе надо птера притомить, Синич. Ну, да, займусь еще. Закрыл, да, там? Да, конечно. Лифты разные бывают. Маленький, средний и большой. То есть это у нас самый маленький, господа, лифт. Кстати, что ты, возьми там этот... теплые вещи. А, хотя не надо. А, у меня в инвентаре лежат. Есть, да? Хорошо. Да. Да что ты будешь делать? Блин, аргентавис ты поставил, конечно. Нормально. Опа. Бери тогда аргентависа, я возьму птера и полетим. Так, хорошо. Улетай. О! Кстати, я только что этот апнул своего-то птера. Там же плюс 3 лила вроде бы уже теперь можно апать. Хочешь эту пещеру? Я тебя не догоняю. Ну да, у меня птер такой быстрый. Ну что, куда полетим? Опа, Рекс. Ну-ка. Он того мамонта съел.
заслуживает смерти. Страшно. Давай его убьем. Кстати, блин, тут белые рексы бывают такие красивые, Синич. Да. Просто жесть. Ой, я видел на днях альфа-рекса. Угу. Просто безумно красиво. Он полностью белый, и у него сверху красная такая полоса. Ирокез. О, Аптуза? Да. О, там уже птичка налетела. Да, да, да. Все, птички нету. Опять промит. Так, убираем это дело. Это дело оставляем. Сейчас я стамину восстановлю. Все, полетели. Полетели к базе к основной. Возьмем рексов или кого-нибудь там. И просто попатрулируем, пообщаемся, да, с ребятами. Синь, что такое медленно, Синь? Качай скорость. Ну, птичка. Я качаю ей 10% сначала, но пока мало. Я думал, гигантозавр. Где? Что это было? Кто тут какахами раскидывается? Не могу тебя поймать, ну-ка. Ты меня хочешь снять с седла? Да. Бывает же такое, типа летишь, летишь. Нет. Надо, кстати, научиться нормально, правильно снимать седла. Ребят, это очень эффективно, если кого-то вы пытаетесь догнать. Чё этим не могу снять? Это что, не работает уже, что ли? Раньше же работало. А, ну, может быть, потому что мы с тобой в одном трайпе? Нет, это не имеет значения. Работать. Хотя, блин, я не знаю, может быть, ты и прав. Ладно. Так, я пойду восстановлю стамину, на всякий случай. Давай, у меня такая птичка была, меня себе никто снять не мог. Потому что меня на ней птеры не догоняли. Подожди, до вайпа. После вайпа ты вроде бы и проручал, или нет? Не, это до вайпа было. У которой было там 200% скорости. Ага. Ты не замерз, кстати? Нормально? Нет, а я же в этом переоделся. Ага. Конечно. Так. Ну что, давай тогда к своим этим, к друзьям залетим, посмотрим, может быть, там какие-то проблемы у них. Вчера я давно у них не был. Там у них пушки, кстати, появились, так что осторожно. Вчера я к ним прилетал. А, нет, к другим прилетал. Mm-hmm. Там, говорит, какие-то эти, Black Flag, что-то всех, короче, грабят, всех убивают туда-сюда. И вот я их найти не могу. Надо их поискать и шатнуть. Реально. Опа, здесь новая постройка, смотри, Сенич. Сейчас. Ух ты, и тут еще есть на берегу прям. Кто-то построился. Я еще из снежного биома только вылетел. Смотри, чувак как тут стоит. Здорово, пацаны. Римус, здорово. Здорово. Римус говорит, здорово. А что, напугал? Нормально, что? Что делаете? Римус, привет. Птера пытаемся приручить. А? Ты снимай, то есть ищем. Так, ищите или приручайте? Я что-то не вижу. Ищем. Ищем. Сень, ты меня нашел. Не ожидал тебя, кстати. Нет. Я на берегу. Сейчас приду. Вот смотри, вот видишь камень, где стоит? Прямо на этом. А, да, когда зимний биом заканчивается, смотри. Здоровый камень? Да. А, вон, вот, кажется, вижу забор. Да, и там... Шипами, да, огорожено? Да, вот здесь вот. Я просто угорнул, конечно, нельзя такое говорить там. Захова! Ну, бывает, что ты уж. Не, ну, да, все, нельзя. Так, ладно, тихо. Где ты? А, вот он. Ух ты, какой ты качок, смотри прям, а? Что, качался, что ли? Где качаешься? Тут недалеко. Ага, покажешь? Я тоже хочу прокачаться. Слишком дорого слишком? Сколько стоит сеанс? Да, 400 тысяч. Чего? 400 тысяч металла. А так ты металл добывал, что ли? Так раскачался, так понимаю, да? Да. А, понятно. Ну, ребят, смотрите осторожно, здесь бывает этот. Бывают какие-то чуваки тут вот плавают, Black Flag, что-то такие, типа пираты, они всех тут шатают, так что будьте осторожны, хорошо? Вооружайтесь там. А, черные пираты, они меня два раза зарейдили уже. А ты не знаешь, где они находятся? Нет, надо узнавать его. Ну давайте, пробивайте, если что-то будет известно, пишите в локале, хорошо? Кстати, вы птенца этого, вырос у вас птенец?
Да, вырос уже. Он уже этот полноценный птенец. Ну все, давайте, удачи тогда. Удачи, давай, вам тоже. Кстати, мясо сейчас дам вам. Удачи найти. Найти. Да, 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 спасибо, нам нужно сейчас. Вот, кожу ловите тоже, мех. Праймит, если успеете пожарить, жарьте. Праймит быстро портится. Ну что, давайте, ребят, давайте. Самир летал. Давай. Спасибо. Мясо раздавать, да? Поговори с ними и накормить мясом. Ну а что теперь? Ну а что с мясом делать? Сейчас я вот один раз крутанусь и, пожалуйста, 20. О, я вижу базу этих чуваков. Ага. Кентов наших. Ну да, туда подлетать нельзя сейчас. Да, здесь пушки. Смотри. Ой-о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 й
жестко, когда это. Сейчас смотри, сейчас выбегут, если они здесь есть в игре. Ух ты, как меня прям шатает прям. ХП-то не уходит? Уходит, ну потихонечку, ну, у меня там седло крутое стоит. Блин, аж подлагивать начинает, когда мне этот жестко шатает. Ух ты, какая акула, смотри, какая красивая. Так, ну чё? Да-да, я видел. Синич, пойдем дальше. Опа. Это кто такие? Это не Black Flag? Интересно. Плот? Нет. Или домик? Харин какой-то, плот. Ну, я смотрю, что-то на плот похоже сильно. Может быть, они даже и они могли переименоваться. Могли. А чё за чувак стоит? Самурай какой-то. Ладно, он походу айфкашит. Пойдем дальше. Он просто уединился и познает себя и вселенную. Блин, смотри, сколько много баз. TXQ, тут какая-то база здесь есть. Там пушек нет? Нет, пушек нет, я не вижу. Хотя, может быть, даже есть внутри. Нет, нету пушек. Ой, как, что-то мне жестко подлагивает здесь. Что-то, кстати, да, по поводу самого главного, ребята, обновление-то какое? Говорят, очень быстро теперь загружаешься. И многие хвалят, говорят, что вот, типа, этот... Да, игра, вот, я сегодня загрузился раза, наверное, в 3-4 быстрее, чем обычно. Очень быстро загрузка прошла. Я сажусь на Рекса. Синич. У меня, кстати, крутая винтовка автоматическая, если что. Самир, я птичку оставлю внизу. Да-да, оставлю внизу, потом ее этот. Так, Рекс, смотри, у него 22552 хп. А милидамаг 560. Милидамаг ему вкачать чуть-чуть, да? 595 стал. Римасозавр. Римасозавр, да, Рекс называется Римасозавр. Че там, Гриня сверху, да? Гриня! Покажи свою шубу! Гриня! Здорово, здорово! Здорово. Покажи свою шубу, соскучился я по твоей шубе. Давай поугарай, блядь. Где твой резиновый меч, блядь? Где твой меч резиновый, Гриня? Вот он! Это твой новый меч, да, получается? Это игрушка для непослушных мальчиков. Ага, понятно. Наказывать. Жестко наказывать. Давай, тоже, если хочешь... космодесантник. Да, бери этого, пойдем с нами. 4 на 4 бери Джефферсова этого. И пойдем с нами. Попатрулируем территорию. Так, чё, пойдем. Блять, Гриня, конечно, это что-то, что-то с чем-то. Ты там открыл, да, уже? Да, я открыл, выходи. Блин, как тут зависает? Тут животных много, за это зависает, да? Да, тут не пройти, не пройти. Вот, ты уже кого-то там... Паразавра сотого уровня, Сеня, как тебе не стыдно? Да. Мне нужно было мясо. Гринь, потом закроешь? Кстати, мясо, да. Что там, да, у моего Рекса камня до хера. Нахер он нам нужен, этот камень? Господа, давайте вот так вот. Так, ну чё, куда пойдем? Давай тогда к этим ребятам, которые этот... пойдем за мной, Сень. Иду. Там чат смотришь, да? Бомбит. Кого-то зарыжили. Вижу.
Ну это да, это часто такое бывает, ребят, так что не обращайте внимания на такие высказывания в чате. Даже тогда, когда мы кого-то тут шатаем, сразу говорят: «О, Римас, секой такой там, душу мотал». Ну, конечно, иными словами, пожестче. То есть, ну да. Ребятишки начинают вообще сильно бомбить после того, как мы их полностью выносим. За слова, кстати. Ну, хитерков много, что теперь делать? Восстанавливаем стамину. Надо тоже мясо. Да, побывать. Да, я сейчас тоже остановлюсь. Грилья нет где? Мяса. А, они там мяса, томят, да? Нового динозавра. Уже нового динозавра томят? Нового великана. Да, Гриня на вулкан его, по-моему, принес как раз, когда его. А это на вулкане, да? Ну да, вроде бы там. Надо потом показать в следующей серии. После того, как его притамят. Сейчас я вот этого трайка заберу, господа. Эй, мое мясо кто забрал? Сеня, ты забрал, что ли? А я что, я ничего? Понятно с тобой все. Вот так вот, нормально, видел, да? Хитерочка отложил. Видел, так, видел. Ну что, здесь наши ребята... Как их трайп, Сень, ты не помнишь, к которому мы подходили? Помнишь? Нет, не помню. А томили здесь динозавров, да, я помню. Не, их здесь... Которые миротворцы. Да-да-да, рядом у них база есть здесь. Ой. Давай посмотрим. Дошку раздавил нечаянно. Ты раздавил, ой. Я поел. Стабина такая жесткая прям. Вон, смотри, база. Да, база. Это их база, интересно? Да, Барс, это они. Сейчас давай их напугаем. Рожи свои. Если они здесь есть. Чуть нет никого. Кстати, здесь на шиф не бегайте, а то разломаете его на кого-то. Да. Ой. Ребята, простите. Я не специально. Да ладно, это вот. Да что там, одна штучка тогда строить я. Ничего страшного, пойдем дальше. Нас здесь не было. Синя, уходим с места преступления. Ой, кто-то там на меня согрелся, я что-то не вижу прям кто. Найти бы этих, да? Black Flag, что ли, как-то так называется. Ну да, было бы неплохо. Надо нам Рекса еще покачать на альфа всяких рапторах там и так далее. Так, слева от нас какой-то дом. Недостроенный вроде бы. Ну-ка давай посмотрим. Охереть, я ничего не вижу. Походу, смотри, как зарядили жестко этот дом. Видишь? Сейчас подбегу, посмотрю. Гриня! Оу. Ты Black Flag'ов не видел? Индейцев. Говорят, всех тут шатают. Херачат. Нет, но могу заняться. Займись, пожалуйста, этим. Возможно, у них база передвижная по воде. Возможно, по некоторым слухам. Потому что у них хороший плот. Найдем. Так, давай с высоты посмотрим. Заберем. О, обелиск. Ага. Так, ну что у нас место? Снизу? В принципе, да, место красивое, но что-то пустое прям. Обычно здесь застройка за застройка. Кстати, в обелиск-то идет штраф, если застраиваешь там? Или нет? А да, там, по-моему, штраф по дамагу. Возле обелиска, по-моему, строиться нельзя рядом. Ну, да, прям возле самого обелиска нельзя строиться. А получается, вот тут по берегу, вокруг, можно сверху, mm-hmm. там снизу. Вот дом какой-то, смотри. Техномаг тот же, живой. Прикинь, да, такая рожа. Ты что, меня потерял, что ли? Да, мы тут в скрине отвлеклись на деревья. Вот, на, правее, берите. И прямо идите. Вот, видите, дом стоит деревянный. Левее теперь возьмите. Я одни деревья вижу. Левее. Вот, видишь? Да, вижу. Ой, нечаянно за этот потоптал. Смотри, его плот плывет по реке. Так, посмотрим, что за плот.
Сзади, сзади, да, давай. Это Old YT, короче, сахарок. Какой-то. Пообщаемся? Ну, мы их не догоним. Что с ними общаться-то? Ну, давай пообщаемся, если догоним. Пойдем. Я сейчас по воде доплыву до них махом. Да, ты сможешь догнать их? Плот-то тоже быстро передвигать. Смотри, 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 он высаживается. А вот да. Еще какой-то дом. Ё-моё. Помнишь здорово, это место, ребят? Совет? Не трогайте, пожалуйста, нашу базу. Здорово, здорово. Да нет, нет, мы не трогаем. Вас, не трогаем, нормально, респокойся. О, Рима, здорово. Отлично. Здорово. Аве из Виктории, Ихта. Слышишь, да? Отлично, блин, Рима, что встретили. Здорово, здорово. Чем занимаетесь? Да вот переезжаем. Мы тут это, строимся. Ассасины, короче, синяне. А, никто не обижает, никто не нигде не давит. Переезжаем в зимний биом. Да не, никто не обижает, нормально все. Переезжаем сейчас... в зимний биом. А, потеплее одевайтесь, если переезжайте. Ну, я застрял, ребят, я тогда вот это колечко уберу, построите потом, да? Да, а сейчас мы сами уберем. Или можешь сам убрать, на крыльбу. Я уберу, даже... Рима. Все, курсава. Ты сейчас снимаешь, что ли? Нет, не снимаю. Просто катаюсь. А, понятно. Разведочка. Вы Black Flag не видели, такой клан есть? Black Flag. Какой флаг? Black Flag это где-то, наверное, не знаю, чуть дальше, наверное. Я что-то такое, наверное, встречал, но чуть дальше, если подойти, возможно, встретите. Где? Куда? Чуть дальше? Точно не знаю. По пляжу в эту сторону прямо и чуть там правее. Сейчас скажу. Блин, я перевешу. Сейчас подождите, ребят. Я вам покажу, куда надо. Через shift. Самое главное не расставить. Через shift. Да, через shift не ходите. Сейчас, секунду, я накрачу, пусть смог бегать. Ну, мы там были. Что он там говорит? Я там вроде бы побывал. Че, вот прям по берегу, там через реку, что ли? Через воду? Где он там? А он тебя, наверное, не слышит уже. Угу. Вот, видите, вот прямо. Если прямо бежать, там, не знаю, у кого, там, если прямо и чуть правее. Там, возможно, встретить один трайп, там уже нормальный развитый трайп. А, через воду, если да, получается? Прямее, если прямо и чуть правее. Да, там дальше. Чуть правее. Не знаю, что за трайп, но он крупный трайп такой. Я бегал сегодня, видел, заметил. А, понятно. Ну давайте, удачи тогда вам. Давай, удачи. Я погнал. Так, поехали. Посмотрим, что за трайп там. Что, прыгаем? Опа, стоп, Синь, осторожно. Можем разбиться здесь. Да не, тут мелко. Слушай, а мне мой коричневый рекс нравится. Ну, белый, правда, еще красивее. У нас, блин, очень белых рексов много. Нам надо потом заняться этим делом, Синич, притомить. Именно в зимнем биоме. Обязательно займемся. Там их очень много. А, кстати, я парашют-то свой не взял. Ох, кажется, мне придется вас покинуть, ребята. Все, уже это на работу. Да, я все уже заканчиваю. Да. Че, ребят, тогда после серии я тогда сейчас займусь этим делом. Поищу этих ребят, и обязательно мы заснимем, как мы их просто шатаем. Просто, Вася, просто шатаем. Синь, посмотри на мой этот. Смотри. Огнестрел. Свой. Смотрю. А, огнестрел. Это не я, это Гриня рядом с тобой. Опа! Прям в голову. Птера. Вот такого птера я вчера отстрелил. Вот такого вот прям птера. Просто ваншотает. Это просто жесть. Это какая-то читерная винтовка, господа. Надо у Грини спросить, а он охотится только на розовых птеров? Гриня! А, Гринь? Гриня! Ты охотишься только на розовых птерах, да? Или как? Я охочусь на розовых птерах. Не. Вот этого спинозавра, на котором Сеня я нашел.
Розовый, понятно. Ты слышал, да, Сидя? Это нормально. Слышал, слышал. Ладно, ребят, с вами был Римас, это был такой мини-обзор на обновление, но потом в будущем, когда мы с вами уже полностью раскачаемся до 90 уровня, и я надеюсь, что это дойдет до вайпа сервера, потому что какие-то слухи тут уже в чате идут, ай, админ, сделай вайп, Римас всех шатает, доминирует, ай, отписка, дизлайк, неинтересно, ну если до этого, конечно, не дойдет, то, конечно же, мы скрафтим с вами, то есть раскачаемся и, конечно же, скрафтим все это дело, покажем, поставим, посмотрим, побоюем, в общем, как-то так. С вами был Сенич и Римас, всем удачи. Пока, ребят.